Здравствуйте! В этот очень знаменательный для меня день я, диетолог, фитотерапевт, натуропат, доктор Борис Скачко, автор более 50 опубликованных книг и брошюр, решил сделать уникальное предложение для всех. Не имеет значения ваш уровень здоровья, размер банковского счета и ваше место жительства. Имеет значение ваше желание правильно лечиться, вылечиться и жить без болезней, чтобы ваше время истекло позже. Если вы имеете большой капитал, экономически независимы и считаете, что в случае болезни вам доступна самая лучшая клиника в мире и самое дорогое и эффективное лечение, то посмею вам напомнить. Любое лечение начинается тогда, когда вы часть здоровья уже потеряли, часто безвозвратно. Не очень состоятельные долгожители умудряются прожить по 100 лет с одним сердцем, печенью, двумя почками. А состоятельные, не знающие, что такое активная профилактика, чтобы попытаться стать долгожителями, вынуждены периодически пересаживать себе бывшие в употреблении печень, почки, сердце, легкие. Сегодня врачи научились прекрасно лечить, правда, не всегда могут успеть вылечить. И, к сожалению, значительно реже стремятся поддерживать высокий уровень здоровья, занимаясь активной профилактикой. Я предлагаю вам заниматься профилактикой комплексно. Тогда и эффективность лечения при необходимости будет выше. Иными словами, выше качество вашей жизни и появляется перспектива достичь активное долголетие. Надеюсь, вы знаете, как использовать дополнительные годы жизни. Если это предложение вам интересно, пишите в почту письмо с заголовком «Хочу жить лучше и дольше». Если вы, как менеджер, развиваете свой бизнес, либо активно участвуете в развитии чужого бизнеса, и у вас пока нет свободного времени, чтобы наслаждаться в полной мере всеми прелестями современной цивилизации, активно отдыхать и много путешествовать, могу предложить вам второй бизнес, вернее, сразу два бизнеса. Первый новый бизнес самый выгодный для вас. Это ваш собственный медицинский бизнес, чтобы укрепить ваше здоровье и вы могли более активно или более длительное время активно и успешно развивать свой основной бизнес либо чей-то чужой бизнес. Второй бизнес направлен на увеличение вашего банковского счета. Новый бизнес потребует вашего активного участия только в самом начале. А далее, если вы правильно делегируете полномочия своим сотрудникам и партнерам, второй бизнес может продолжать активно развиваться и без вашего непосредственного участия. Вы становитесь экономически более независимым и распоряжаетесь своим временем по своему усмотрению. Если вам это предложение интересно, пишите в почту письмо с заголовком «Нужен второй бизнес». Если вы считаете, что жизнь проходит мимо, а вы все еще на обочине жизни, скорее всего, вы усилия прилагали не в том направлении, и лестница вашего успеха стояла не у той стены. И если у вас есть хоть какое-то здоровье, небольшое свободное время и, самое главное, желание изменить жизнь к лучшему, есть возможность открыть свой собственный бизнес без значительных капитальных вложений. 30 лет врачебной практики показывают, что вне зависимости от вашего отношения к себе и вашего положения в обществе, последние минуты и часы жизни все проводят практически одинаково. Желание жить дольше проявляется у всех. Даже в состоянии комы человек борется за свою жизнь. Только врачи не всегда это ваше часто последнее желание могут исполнить. Есть необратимые состояния, или вы поздно обратились за медицинской помощью. В любом случае это ваш выбор, который вы делаете за себя и для себя. Если хотите жить лучше и дольше, своевременно делайте правильный выбор. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения.